Вернулся муж с работы и бегом к жене. «Дорогая, давай с тобой пообедаем!» «Нет, дорогой, обедать мы будем любовью!» Хватает его за руку и в спальню тащит. Наступил вечер, муж снова. «Дорогая, я жрать хочу! Давай хотя бы с тобой поужинаем!» «Нет, дорогой, ужинать мы будем любовью!» Хватает его снова за руку и в спальню тащит. Утром просыпается. Смотрит, а мужа нет. Идет на кухню, а он там причиндал достал свой. Вывалил на батарейку и греет. Она: «Дорогой, а что ты делаешь?» «Завтрак себе грею, дорогая». Всем приветики, как дела, как настроение, как погодка. Ой, у нас, честно, плюс-минус два. Утром минус два, честно. Вот просыпаешься уже так... Морозец такой прям видно. Сейчас уже ближе к вечеру дождик. Ой, погода никакущая. Сегодня была снова у стоматолога. Видите? Я думаю, скоро. Все уже, финальный этап. Ждем теперь зубик. Ну, я думаю, к моему дню рождения я навряд ли его дождусь. Хотя хотелось бы, чтобы такой прям подарок к дню рождения прям... Чтобы улыбнулся и прекрасно было. Но я думаю, лучше поздно, чем никогда. Поэтому скоро будет прекрасный и красивый зубик.